Всем доброе. Пятничное. Наверное, наше утро на ближайшую неделю будет начинаться каждый день примерно вот так. Бывает, что-нибудь загрузишь, и доски, еще что-нибудь, и везешь. Даже прицеп не открываешь. Вот, видите, вот уже одному ремню хана. А, нет, это не хана. Это я просто сюда его закину. Когда это... Вот он. Ну, пока что все на месте. В общем-то, и проехали там и всего. Всего ничего. Сколько я километров? 250, наверное, вчера. Ну, все ближе к цели, правда? Мне мой коллега нравится. Остановились мы в 12, время 6 утра. Вот этот, с Башреф логистики. Мы уже, понятно, я тут встал там туда-сюда, он уже застеленный, все. Просто интересно, во сколько он поедет. Просто у меня складывается впечатление, что он уже собрался ехать. Простояли только где-то 6,5 часов. Ну, потихонечку тоже, смотрите, народ уже просыпается, хотя вот эти все становились позже меня. Там что-то когда посадка, аэродром вертолетный, военный, может. Вон там за этими складами. Смотрите, вертолет взлетел. А я смотрю, что гудят тут все утро. Что-то они там тусят. А мы завтрак готовим. Вон они чего, они парашютистов сбрасывают с вертолета. Вон, видите, пацаны кайфуют. Я не знаю почему, но у меня какая-то навязчивая идея появилась. Я настолько боюсь высоты, что хочу прыгнуть с парашютом. Честное слово. Вот какая-то прям идея фикс. Попытался, правда, дома ее озвучить. Сковородкой получил. О, он еще один выбросил. Следующий. Они сразу, у них сразу раскрывается, видите? Если вам видно, конечно. А хочется же испытать свободное падение. Ну, каждый встречает утро по-своему. 7 утра всего лишь. Как-то так. Скромно. Не, дядька этот с Башреф. Я думаю, мало ли, может, спешит куда или еще что. Не. Стоит это. Чай пьет. А тут, может, это рязанские эти десантники. С утреца. Вместо зарядки прыжки отрабатывают. Пойти попроситься, скажите. Возьмите. Все. Чаек с утра.
лучше не придумаешь. Я кофе с утра не люблю. Могу попить. Самое лучшее чай. Кофе можно потом, в течение дня. Приятного аппетита. А, и вам. Поехали. Дядька такие толстый-толстый. Че он, как он работает с этим? Может, у него просто загрузки боковые. А эти все летают. Все летают. Один за одним. Сбрасывает их по 6 человек. Больше я вот не видел, не наблюдал, чтобы они больше человек оттуда прыгало. Джентик с Троскомом скучковались. Пора и нам ехать. Видите, все уже разъехались по бокам. Парашютисты тоже уже свое отпрыгали. В 9 утра, пока еще время московское. Двигаемся и мы. Или проложить. Дальше. На восток. Ой, двигаться нам еще и двигаться, поэтому. Стрижка только началась, скажем так. Сегодня задача до, наверное, Тольятти, потому что завтра запланировано решение вопроса с автономкой. Или проложить. Потому что так у нас автономка и не работает. На следующем повороте резко поверните направо. А холода уже не за горами. На следующем повороте резко поверните направо. Холода уже скоро. А что осталось-то? Сегодня уже 27 августа. 4 дня и все, и осень. А там, куда мы едем, уже... Может уже и не только осень, уже может и зима наступить. Рязань, облгаз поехал. Вот как газончик побежал. Что, поехали? Листвянка. Вроде как денек сегодня, да, намечается неплохой. Сейчас уже 21 градус. Тепло, хорошо. Будем смотреть, чего нам день сегодня приготовит интересного. Не, ничего интересного не надо. Давайте все как обычно. Что ж это сегодня там какой-то... Этот ос надо выгнать отсюда. Он как-то явно здесь. Борт пассажиров не берет. Я две выгнал, вот еще одна. Откуда они тут взялись? Вроде никаких арбузов-то нету. Сейчас будем гонять его.
Катя, киргизы. Очередной металлолом утаскивают. Надо их обогнать, потому что они едут очень медленно. Даже я и за 80 их догоняю. А здесь вот где-то вот... А, вон он. Аэродром. Крутится или крутится? Крутится же правильно, да? Еще я смотрю, там такие даже вон, блин, что-то более-менее серьезные даже самолеты стоят. Ну, получается, действующие. Тут вот прям в поле. Домики там вон рядышком, какие-то дачи, что ли. Смотрю, машинок легковых там тусит много. Понятно, что он местного значения, но... Смотрю, тут понятно, боинги-то здесь не садятся, конечно. Ну что-то такое тут стояло там. Что-то такое. Ну не совсем маленькое. Действующий, оказывается. Ну, кстати, здесь можно на Касимов уйти. Или он как тот Мерседесик с Касимова прийти. Да, нам пока не нужно. Нам пока все время прямо на восток. Если верить Машке, еще 5200 километров. Шацк 64, Пенза 342.
Смотрите, какая здесь обочина широкая. Ваше мнение, стоит ли ехать по обочине? Вот впереди вон машинка идет, всех пропускает. Здесь как бы обочина получается, ну, как вторая полоса практически. Стоит туда смещаться, чтобы пропускать сзади идущих? Я про грузовики не говорю, я про маленькие. Или нет? Потому что, ну, сколько случаев было? Сместился, гайцы навстречу ехали, ты всех пропустил, тебе спасибо сказали, а тут же пацаны с мигалками тебя догнали и тебя же обилетили за езду по обочине. Ну, как бы чисто по дорожному, как бы, этикету, туда. Ну, я понимаю, там, сдвинулся, пропустил, вернулся обратно. Ехать постоянно там, то, конечно, нет. С одной стороны, а с другой стороны, никто и не обязан туда смещаться. Это запрещено, наказуемо. Скажу так, еду, вот вижу, что за мной собрались, так быстренько сдвинулся, пропустил и поехал дальше. Ну вот раз было под Самарой. Тоже пропускал колонну, и получилось, я как бы сдвинулся вправо, а потом началась полоса, там было две, стало две полосы, но потом эта правая полоса резко превратилась в полосу для транспортно, для маршрутных транспортных средств. И все, впереди гайцы. И все, он меня останавливает и говорит, по полосе ехал. Я говорю, да. Вот, говорит, ну правда он не оштрафовал, ничего, мы так с ним мило побеседовали. Но, говорит, вот ты, говорит, медвежью услугу оказал. Поэтому вот я и думаю, стоит ли оказывать эти медвежьи услуги или нет. Ну, тут каждый сам решает. Так, по ситуации смотреть. Так-то, конечно, когда ты за собой там колейка собралась, вот, видите, вот. Не выдерживают пацаны и прям по обочине вгоняют. Ну, вот для данных номеров езда по обочине это обычное дело, поэтому нормально все. Вот мы и до Шацка. За философскими рассуждениями догребли. И налево не сворачиваем на объездную, через город. Я смотрю, все через город уже едут. Уже никто на объездную не уходит. Да? Ну, потому что она убитая. Зачем? Плюс через город короче. А что тут в Шацке? Два светофора, все, и вот и весь Шацк. Пока не запретили официально через него ехать. И будут все ездить. Или объездную сделать, чтобы там не жалко было машину убивать. Вернее, дорога была такая, чтобы машина не убивалась. Здрасте, город Шацк. В деревне шашлыков ничего не меняется. Стабильность. Также машинки на дорогах стоят. Мы пока не будем заряжать в едун, в едок, в ё-моё. Ну и плюс у нас там своя харчевня. Надо сначала холодильник опустошить, а то у меня там как это, полна коробочка. Жалко же. Готовили. А я буду тут шашлыки кушать, а потом это все собакам скормлю. Сначала холодильник вычистим под ноль, а тогда уже можно будет и по кафешкам начинать шляться.
Может, кто не в курсе, не знаю. Готовить умею, но терпеть не могу. Не мое это. Кому-то в кайф, многих знаю. Кто прямо, да и повара от бога, многие даже сгубили себя в этом деле. Пооткрывали бы лучше рестораны, да шеф-поварами работали парни. Мне не нравится весь этот процесс. Еще там дома, что-то там, да, там на кухне, все под рукой. А в машине вот это вот все. Максимум, что я готов, это разогреть. Ну, иногда можно пельмени сварить. Ну, там мясо пожарить. Чисто взял кусок, там посолил, поперчил, на сковородку кинул. Все. Вот эти все там выготавливания, супы варить, там еще что-нибудь. Раньше, да, варили. Но уже давно этим не занимаюсь, потому что, может, постарел уже или что. Ну, честное слово. Нет желания от снова слова совсем. А так вот, вот здесь постоянно кушаю. Думаю, на обратный путь, если мы будем по пятерке идти, то уже в любом случае сюда приедем, заедем покушать. Ну и, соответственно, уже что у нас? Мордовская ССР. Сейчас чуть-чуть. И уже Пензенская губерния пойдет. We'll be right back.
следующем повороте на режим право. Работы с 8 до 18. Ленты клеят, но без таможенной ленты. А это не пойдет. То есть они должны наложить на это место латку и вокруг латки обклеить таможенной лентой. Просто так, вот как разрезано, просто заклеить не пойдет. Таможня может забраковать. А так как мы планируем возить таможенные грузы, то есть даже тоже свидетельство будем делать таможенное, его, ну, могут не пропустить, да, и не затаможить могут где-нибудь в той же Германии, там придет немец, посмотрит, скажет, шайзе, все, и ничего ему не сделаешь, и поедешь в Германии за 20 евро клеить, так как положено. В общем, ладно, я так думаю, что туда еще восточнее, вряд ли мы там уже что-то найдем. Не, ну ремонт-то тента будет, но вот такие вещи надо клеить здесь, уже западнее, туда ближе, вот по М1, ну, не было, во-первых, времени, если вот на М1 по куда-нибудь в сторону Минки пойдем, то вот там надо такие вещи будет заделать, заклеить себе. Или в Беларуси у нас где-нибудь. Потому что, ну, здесь они клеят, да, заклеят, но не так, как надо. Зажили. Так что едем. Пока. Там вот такой порезик. Вот такой. Груз пошел. Михаил Владимирович еще тогда, когда он первый раз на Дальний Восток ехал. Автозапчасти. Вон еще ремонт тентов написан. Но я уже туда не попаду. Отсюда я заезжать не буду. Ладно. Это как бы не критично. Клеить надо. Просто так говорю, клеить смысл какой? Надо уже клеить, так чтобы уже сразу с таможенной это. А так накладывается латка, приклеивается, и вокруг латки обносится таможенный лент. Все. У них я спросил, говорит, ленты нет. Пятничная Пенза. Какой направо, какой налево? Что ты вообще разворачиваешь? Сбрендила, что ли? Поедем сейчас на Петушка, заедем. Надо в магазин сходить. Надо каких-то ж конфет купить. Я знал, что я сюда поеду. Еще ехавший по М1 бы заехал. Ленкиной банде конфеток, цукерок по-белорусски добрал бы, а так не знал, и так-то и не попал нигде ни в какой супермаркет. А дальше там, ну где я там буду потом? Здесь вот в Пензе я точно знаю, что там, ну там тоже не супермаркеты, но такие эти Пятерки, Десятки, Магниты. Короче, сейчас мы туда на Петушка заскочим. Петушка. Надо попробовать. Может быть. Я в Спаске останавливался, в Магнит ходил там. Ну, вообще ни о чем.
вот здесь получится что-нибудь. С пустыми ж руками не поедешь. Улица Кронштадтская, проспект Победы. Хорошо здесь еще. Тут еще москотлета по полной. 24. Видите, солнечно. Пробочки собираются. Ну, пятница. Вся Пенза сейчас поедет за город. Как и, в принципе, все города сегодня поедут за город. Ну, у кого там погода позволяет. Ловить последние выходные лета, друзья. Все. Лето 2021 вступает в завершающую стадию. На следующей неделе у нас уже сентябрь. Это тут хорошее такое. Штау собралось. Зеленые номера, это у нас кто? Туркмены? Ограничение скорости 60 км в час. По-моему, это туркменские номера. Повышайте допустимую скорость. Правда, автобус пустой. Никого нет внутри. Порожняком катается. Поедем, как бы время позволяет, вроде бы. Завтра договорились, 9 утра мы на сервисе, где-то там в районе Жигулевска, я даже не знаю, где еще, по ремонту автономок. Будем приговаривать ее завтра окончательно, бесповоротно к чему-нибудь. Либо делаем, либо не делаем. Затянешь потом до последнего, и потом не будешь знать, что делать, когда холода настанут. Будешь стоять, молотить, солярку полить. Поэтому завтра надо этот вопрос закрыть. Выполнили мы обязательную программу. Здесь одних конфет на энную сумму денег, на какую не скажу. Ну, в общем, теперь все, идем в машину, теперь можно спокойно выдвигаться дальше. Это Пенза, если кто не догадался. Видите, что делается? Все стоит. Это на кольцо. Что здесь на таможне происходит? Были мы тут. Но тут в основном одни узбеки. Таможня забита. Время уже... А сколько уже время? Уже, наверное, 5:00. Парни, вон что на таможне стоят. Есть реальный шанс зависнуть на выходные. Я сильно сомневаюсь, что в Пензе на выходные там можно работать. Наш комплекс. Чуть нашел, где встать. Все забито битком. Вся стоянка. Так, ну, будем пробовать ехать дальше. Маршрут рассчитывается. Что мне здесь не нравится на этом, на этой стоянке, что здесь постоянно куча народу. Днем... Ночью. Никогда не вбиться. А
Уже, наверное, если часов 8-9 вечера приехать, то шансов встать вообще никаких. Пожалуйста, проследуем по выделенному маршруту. Так, забил я. 325 километров отсюда нам до этого сервиса, где нам будут автономку пытаться реанимировать. Ну, не знаю, где... Ночевать в Сызрани рано. Скорее всего, наверное, до Итиля поедем, потому что там, как бы сказали, там стоянки нет. Поверните направо, затем на следующем повороте. Ну там, где сервис. Поэтому, скорее всего, мы поедем до Итиля. Ну, до Итиля это километров нам. На следующем повороте поверните направо. 300 где-то. Так, что тут такое? Выехать проблема. Ну да, здесь выехать проблема. Особенно сейчас. Время 10 минут 7. Все летят. Еще КамАЗа поставил. Нифига не видно. Пока лыч не высунешь на дорогу. Здесь же желтой линией нарисовано, ж не зазря, что здесь нельзя машины ставить. Спасибо. Поставил КамАЗа и все, я не вижу. Проедьте 330 330. Тут меньше, я же говорю, километров 300 нам сегодня еще надо проехать. Ну и добавим то, что у нас минус час уже будет скоро, как только с Пензенской области выйдем. Так, здесь нельзя разгоняться, здесь мостик через Суру, насколько я помню, он даже не слегка подгулявший. Он очень подгулявший. С нашим грузом надо быть аккуратненько на всех этих мостиках. О, видите? Вот уже на вечерней зорьке на Суре тоже верно. У меня все причиндалы с собой. Может, где-нибудь мы это и шмыганем, киданем пару раз спиннинг. Сура. На лодке вон парни ловят, там с той стороны вам не видно. Здесь она поменьше, конечно же, чего этой на границе Чувашии и Нижегородской области. Там она уже за счет такая серьезная. Посерьезнее, чем здесь. Господи, что же это? Део. Коробчонка, да? Это мне как лягушонка в коробчонке. Казах не едет, Део не едет, никто не едет. Мы поедем. Или как оно там, короче, там где светофор,
бульваре, да, потом они там, сколько я помню, в один сходятся. И это все, сейчас мы будем здесь толкаться. Пятница? Страшное слово, правда? Ужасное просто. Жуткое. В районе крупных городов. Да и не крупных тоже. Наш ужин. Я не жарю ничего в кабине и не варю. Только разогреваю. Здесь все готово. Салатик оливье уже лежит. Можно, конечно, это пойти на улицу, но... разогреть не считаю слишком зазорным. Тем более, ну сейчас тепло, а зимой ты ж не будешь разогревать это все, например. Или в дождь, когда идет. Ну, все открыто.
Вот. Пока вот это все. Цыплята табака. Картофель фри. А что делать? Надо все это дело съедать. Думаю, надо встать покушать, потому что такой плотный ужин потом перед сном, это уже будет никсгуд. Потом. А сейчас пока едем. Пока будем ехать еще. Да и Тиля. Он и утрясется. Чаек сейчас закипит. Сковородку тоже никогда не мою. Вообще никогда. Зачем ее мыть? Взял салфетки, вытер, все. Она сухая. Но это первые вот неделя, дней 10. А как холодильник не опустошил. Потом все. Разогреть-то это большого ума не надо. Так. Ну, в общем-то. Так, это пока сюда. Все. Приятного аппетита. Чайком все это дело запьем. И еще сегодня часика 2,5-3 поработаем. Какая-то стоянка Победы. Что-то я такой тут раньше не видел. Судя по всему, здесь места есть. Здрасте. Есть места? А? Дорожная сеть или наличие? Дорожная. Свет выключаем. Пожалуйста. Видите, как хорошо. Даже дорожная сеть есть. Тогда все. Швартуемся. И завтра с утреца попрем на сервис. Вот за ней рядышком становимся. Есть столовая, еще есть возможность. На 2 часов. Хорошо. Можешь в душе искупаться. Хорошо. Душу мы, конечно, искупаемся, но завтра. Я не знаю, почему я не могу мыться на ночь. Все, друзья. Вот Этиль тут недалеко. Видите, Этиль забивает вообще в 3 секунды. Ну там. Все там, хорошо, поэтому затем на там уже часов 10, наверное, не встанешь. Ну ладно, нам-то что? Лишь бы место было для сна. И проложить. Я смотрю, уклон в эту сторону, да? Туда мордой заганивает. Затем на следующем повороте поверните направо. Или нету тут уклона. Ладно. Развернемся, станем как все. Все. До завтра.